Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного совета Союза СССР и Верховного совета РСФСР, посвященное 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Кремлевский дворец съездов, 10 часов утра. Бурными, продолжительными аплодисментами встретили присутствующие товарищи Брежнева, Андропова, Гришина, Горныко, Кириленко, Косыгина, Кулакова, Тунаева, Мазурова, Пельше, Романова, Суслова, Устинова, Щербицкого, Алиева, Демичева, Кузнецова, Машерова, Пономарева, Рашидова, Соломенцева, Черненко, Капитонова, Долгих, Зимянина, Рябова, Русакова. В президиуме торжественного заседания также первые секретари ЦК Компартии, председатели президиумов Верховных Советов и председатели Советов Министров Союзных Республик, ветераны партии, передовики промышленности и сельского хозяйства, видные деятели науки и культуры, советские военачальники, космонавты, представители общественных организаций, руководители зарубежных делегаций. Торжественное заседание открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, мы собрались сегодня здесь, чтобы торжественно отметить большой и радостный праздник советских людей и трудящихся всего мира, 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Дата 25 октября, 7 ноября 1917 года стала исторической вехой в жизни народов нашей страны, в развитии всего мирового освободительного движения. Впервые в истории руководимой партией большевиков во главе с гениальным вождем Лениным героический рабочий класс России в союзе с трудовым крестьянством, трудящимися всех наций и народностей страны, навсегда сбросил эксплуататорский строй капиталистов и помещиков, осуществил социалистическую революцию и положил начало созданию социалистического общества в нашей стране. Общество, не знающего эксплуатации, общество подлинной демократии и свободы для людей труда и безграничного социального прогресса. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру во всемирной истории. Эру крушения общественной системы, основанной на угнетении, эксплуатации и нищете трудящихся масс. Эру перехода к социалистической общественной системе, при которой люди труда становятся подлинными хозяевами своей судьбы, своей жизни. 60-летие октября наша страна, все прогрессивное человечество встречают под знаком замечательных побед социализма, торжества
учения Маркса, Энгельса, Ленина, идей пролетарского интернационализма. Дело октября живет ныне во всемирно-исторических достижениях братских стран социализма, крепнущем их содружестве, в новых успехах коммунистического и рабочего движения и национально-освободительной борьбы народов. Трудящиеся Советского Союза отмечают великую годовщину по-ленински, по-коммунистически, в обстановке воодушевления и самоотверженного труда по осуществлению решений 25-го съезда КПСС. Вся жизнь, все события юбилейного года, особенно всенародное обсуждение и принятие Конституции Союза СССР, с новой силой продемонстрировали непоколебимую сплоченность рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции вокруг коммунистической партии, руководящей и направляющей силы нашего общественного строя. Позвольте совместное торжественное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, посвященное 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, объявить открытым. Слово для доклада о 60-летии Великой Октябрьской социалистической революции предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу.
Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция. Мы идем навстречу эпохе, когда социализм в той или иной его конкретной исторически обусловленной форме станет преобладающей общественной системой на Земле, неся с собой мир, свободу, равенство, благосостояние всему трудовому человечеству. И это не утопия, не красивая мечта. Это реальная перспектива. Ее ежедневно приближаем своим трудом и борьбой мы с вами, товарищи. Приближает своим трудом и борьбой миллионы наших современников. Это и есть продолжение дела, начатого Октябрьской революции. Будем же всегда верны знамени Великого Октября, алому знамени революции. Пусть все ярче сияет над миром свет бессмертных марксистско-ленинских идей. Да здравствует великий советский народ! Да здравствует наша великая партия, партия Ленина! Вперед к победе коммунизма!
Участников торжественного заседания приветствовали посланцы комсомола и пионерии. Вручается рапорт Ленинского комсомола Центральному комитету КПСС об итогах трудовой вахты советской молодежи в честь 60-летия Великого Октября. Право подписать рапорт добились 2 миллиона 200 тысяч молодых гвардейцев пятилетки. С днем рождения, любимая Родина! С днем рождения, отчизна побед! Твоему величайшему подвигу 60 героических лет! На нашем стяге ленинское имя, нас к коммунизму партия ведет. Какое счастье быть детьми твоими, советская страна, великий наш народ! Пионерия страны на юбилейном марше учиться, так стремимся мы, трудиться, так стремимся мы, чтоб быть достойным старше. Мой прадед зимний штурмовал, мой дед Рейхстаг фашистский брал. Отец мой был на целине, а брат мой строит БАМ. Вот подрасти быстрее мне и помогать скорее вам. Любимой Родине служить всегда готовы. Достойной сменой старшим быть всегда готовы. Дружбу братскую крепить всегда готовы. Как завещал нам Ленин жить, всегда готовы. Всегда и во всем следовать заветам великого Ленина, идеалам октября, всеми делами своими, каждым прожитым днем умножать славу и могущество любимой отчизны, утверждать на земле коммунизм. Клянемся! 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 Коммунистической партии слава! 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 Великому октябрю! Ура! 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 Торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и Верховного совета РСФСР, доклад Леонида Ильича Брежнева смотрели и слушали миллионы людей в нашей стране и за рубежом. Трансляцию из Кремля вели все радиостанции Советского Союза, советское телевидение, системы космической связи, предназначенные для телевизионного и радиовещания, телевизионная программа «Восток». С помощью системы интервидения передачу из Москвы смотрели в братских социалистических странах. Телевизионную информацию о торжественном заседании получили во многих странах Западной Европы. Одновременно Московское радио вело трансляцию из Кремлевского дворца съездов на основных иностранных языках. С пометкой «Молния» крупнейшие информационные агентства мира передали сообщение об открытии торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР и докладе, с которым выступил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР
товарищ Леонид Ильич Брежнев. Берлин. Комментируя доклад товарища Брежнева, агентство АДН указывает, что с победой Октябрьской революции началась новая историческая эпоха, эпоха революционного обновления мира, эпоха перехода к социализму и коммунизму. Улан-Батор. Агентство Монсаме отмечает, что доклад Леонида Ильича Брежнева со всей ясностью демонстрирует неизменность ленинских принципов миролюбивой внешней политики Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства. Вашингтон. Агентство ЮПИ подчеркивает, что высказывания Леонида Ильича Брежнева, касающиеся запрещения испытаний ядерного оружия, были тесно увязаны с той частью доклада, где говорится, что Советский Союз эффективно заботится о своей обороне, но не добивается и не будет добиваться военного превосходства над другой стороной. Париж. Леонид Ильич Брежнев заявил, что Советский Союз придает большое значение сотрудничеству с такими странами, как Франция, ФРГ, Англия, Италия, со всеми большими и малыми европейскими государствами иной общественной системы, подчеркивает агентство «Франс-Пресс». Сегодня генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, члены Политбюро ЦК КПСС, кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК КПСС, первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик, другие члены Президиума торжественного заседания, посвященного 60-летию Великого Октября, возложили венок к мавзолею Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии Советского Союза, вождя мирового коммунистического движения, создателя первого в мире социалистического государства. На алой ленте венка надпись «Владимиру Ильичу Ленину» от участников совместного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 60-летию Великого Октября. Затем руководители Коммунистической партии Советского государства, другие товарищи и члены Президиума торжественного заседания возложили венок на могилу неизвестного солдата. Минутой молчания они почтили память советских воинов, павших смертью храбрых в борьбе с немецким фашизмом за свободу и независимость социалистической родины. Сегодня вечером руководители КПСС и Советского государства, участники торжественного заседания, зарубежные гости присутствовали на праздничном концерте. Первое отделение концерта транслировалось советским телевидением. Второе отделение вы увидите после окончания программы «Время». Совместное торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, будет продолжено завтра, 3 ноября, в 10 часов утра в Кремлевском дворце съездов. Советское телевидение и радио начнут трансляцию торжественного заседания в 9 часов 55 минут по московскому времени. О спорте. Сегодня состоялись очередные матчи европейских футбольных клубных турниров. Ответные поединки провели динамовцы Москвы и Тбилиси. Москвичи, выступающие в турнире обладателей кубков, встречались в Румынии с командой Университета Крайова. После двух таймов счет был 2-0 в пользу хозяев поля. Динамовцы с таким же счетом выиграли первый матч, поэтому было назначено добавочное время. Но в эти 30 минут команды не забили мячей. Судья назначил серию 11-метровых ударов. И тут москвичи показали себя с наилучшей стороны. Они забили 3 гола подряд, а их соперники ни одного. Столичные динамовцы победили и вышли в 1/4 финала. Динамовцы Тбилиси, играющие в турнире УЕФА, вновь переиграли датский клуб КБ Копенгаген, на этот раз со счетом 2-1. Тбилисцы вышли в 1/8 финала этого турнира. В Москве состоялась очередная игра первенства страны по хоккею. Играли команды «Спартак» и «Крылья Советов». Со счетом 6-4 победили хоккеисты «Крыльев Советов». По сведениям гидрометцентра СССР, завтра днем в центральном районе России
Температура воздуха будет плюс 2, минус 3 градуса. В Волговятском районе минус 5-10. На Среднем Урале минус 5-10. В Архангельской области 0 плюс 5. В Мурманской области плюс 1. В Вологодской области минус 3 плюс 2 градуса. В Псковской области 0 плюс 5. В Калининградской области плюс 6-11, небольшой дождь. В Карелии плюс 2-7 градусов. В Коми АССР 0 минус 5. В Белоруссии плюс 3-8, небольшой дождь. В Молдавии 10-15 градусов тепла. В республиках Советской Прибалтики плюс 4-10, небольшие дожди. На курортах Кавказских минеральных вод плюс 6-11. В Ленинграде плюс 3-5 градусов. В Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер восточный, температура ночью 0-2, днем 0-1 градус.